Чувашии ведется активная работа по программе «Доступная среда». Возле социально значимых объектов устанавливают пандусы, выкладывают тактильную плитку. Сегодня журналистам продемонстрировали еще одно устройство, необходимое для инвалидов. Лестницы – главный враг колясочников. Справиться с этой трудностью людям с ограниченными возможностями здоровья помогают специальные подъемники. Таким оборудованием теперь оснащены управления пенсионного фонда в Новочебоксарске, Вурнарах и Бресях, Маргаушах, Порецком и Янтиково. Встречать инвалидов и помогать им с подъемом по лестнице будут сотрудники административно-хозяйственного отдела. Для инвалидов, таких как я, очень хорошо. Нужная вещь, конечно. Я ж не один такой в городе. Раньше въезд в управление пенсионного фонда в Новочебоксарске осуществлялся по пандусу через запасной вход. Но таким способом колясочники могли подняться только на первый этаж. В большинстве случаев инвалидов обслуживают на дому. Такая практика продолжится и в дальнейшем. Просто у людей с ограниченными возможностями здоровья сейчас будет больше выбора. Все это на выбор самого инвалида. Программа «Доступная среда» для того и делается, наверное, для того, чтобы инвалид чувствовал себя полноценным членом общества, да, и при необходимости, когда он себя чувствует, что есть желание выйти, пообщаться, есть желание решить самостоятельно вопросы, прийти и обслужиться непосредственно в здании, скажем, управления пенсионного фонда.